Работа – это не только способ зарабатывать на жизнь, но и способ самореализации, чтобы по праву называться человеком. В Джугуте по инициативе районного центра занятости населения прошла ярмарка вакансий и образовательных услуг. Какие кадры наиболее востребованы и какую профессию лучше всего освоить для того, чтобы стать востребованным в материале, Ахмата Халкечева. Ярмарки вакансий в Ужгутинском районе уже давно стали традиционными, но это по масштабам превзошло все предыдущие за последние несколько лет и приурочено к 25-летию республики. Помимо информирования населения о государственных услугах, которые можно получить в районном центре занятости, главной целью мероприятия является прямое общение соискателей с работодателями. Свыше полутора десятка организаций представили более 100 вакансий по различным профессиям. Здесь, как говорится, кто во что гораст. Хоть большинство и рабочие специальности, немало и тех, кому нужны управленческие кадры. В основном на рынке у нас востребованы рабочие специальности. Электрогазосварщик, оператор котельных установок, операторы связи, почтальоны. Также у нас еще медицинские работники. Для служащих есть экономисты, бухгалтера. Евгения Пахно рассказала свою историю трудоустройства. 3 года назад она пришла в центр занятости населения просто, чтобы встать на учет. И при этом ни на что особо не рассчитывала. Сейчас Евгения уже главный специалист по учету персонала ЗАО «Кавказцемент». Была большая очередь, как бы я выставила эту очередь. Мне предложили 3-4 вакансии. Когда работодатель видит сотрудника от центра занятости, он более внимательно относится к этому человеку, потому что он осознанно уже приходит на эту работу. Тем самым меня приняли на работу с испытательным сроком. Я начинала простым работником, потом специалистом, и на сегодняшний день являюсь руководителем среднего звена. Для того, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда, нужно получить качественное образование. Свои образовательные продукты на ярмарке также представили сразу 2 вуза. СКГ ГТА и Карачаево-Черкесский филиал Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Наш филиал сегодня занимает ведущие позиции в плане подготовки по таким специальностям, как правоохранительная деятельность, экономическая безопасность, специальность перевод и переводоведения, а также по направлениям бакалавриат – это экономика, лингвистика, юриспруденция и психолого-педагогическое образование. По результатам мониторинга, который прошел вот буквально в прошлом году, нам было сказано, что у нас трудоустроено 89% наших выпускников. Проректор по социальной и воспитательной работе СКГТ Мурадин Мамбетов отметил, что для получения востребованной специальности и качественного образования совсем не обязательно молодежи выезжать за пределы региона. Также Мурадин Мамбетов рассказал о новых специальностях и социальной политике по поддержке учащихся вуза. У нас имеются около 40 специальностей. Хочу здесь отметить, что в медицинском институте открыты новые специальности – это стоматология, педиатрия и медицинская кибернетика, кроме лечебного дела. Есть такие у нас институты, например, как аграрный, строительный, где трудоустройство составляет практически 100%. Это очень высокий показатель. В чем преимущество нашего вуза? Это каждое утро совершенно бесплатно наши автобусы подвозят студентов нашей академии к занятиям. В рамках акции ведомственными грамотами отметили организации, которые активно сотрудничают с районным центром занятости, а творческие коллективы и сольные исполнители своими яркими выступлениями придали мероприятию праздничную атмосферу. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугута.